Были собраны письма против этих кругов, подписи от жителей деревень. Здесь подписей набрано 413 подписей именно против этих округов. И почему я хочу сказать, что мнение большинства, у нас наше поселение, оно большое, мнение большинства учитывается, наверное, я так думаю. Мы все-таки как-никак народ Маргаушского района. Давайте регламент. Спасибо. Депутат. Все, заканчиваем публичное слушание. Ставим вопрос на голосование. Все, прекратите. Пожалуйста, депутаты, Госсовета, остальные депутаты, ведите нормально себя. Вот потом, зачем нам все это, скандал? Давайте ставлю вопрос на голосование. Одобрить проект решения собрания депутатов Маскасинского сельского поселения Маргаушского района Чувашской республики о согласии на преобразование муниципального образования путем объединения всех поселений, входящих в состав Маргаушского района Чувашской республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статуса муниципального округа с наименованием Маргаушский округ Чувашской республики с административным центром село Маргауши. Вот, ставлю вопрос на голосование. Кто за округ? 20 чин. Посчитайте, пожалуйста. 5 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Юрий Шакеев, вы тоже за? Не, я камеру держу. Другой вопрос, спасибо. 6, 7 Шакеев. Кто против? О, молодцы. Сейчас все руки поднимают. Ясно. Сейчас поднимаю, устал. Поднимай камеру. Дальше. Все. Проголосовали. Спасибо. Рекомендовать собранию депутатов Маскасинского сельского поселения Маргаушского района принять решение не преобразования муниципальных округов путем объединения всех поселений. Данные. Публичное слушание. И данный протокол публичного слушания будет... Количество сказали? Публичное слушание будет представлено, поставлено на сайт и на вестник в течение 7 дней. И собрание депутатов в ближайшее время. Спасибо. Публичное слушание окончено.